Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует компания МТС, ваш оператор сотовой связи. Меня зовут Наталья. Мы хотели обсудить с вами условия обслуживания в нашей компании. Скажите, пожалуйста, удобно сейчас меня выслушать? Да, могу. Спасибо. Для удобства общения, как я могу к вам обращаться? Сергей. Сергей, очень приятно. Сергей, мы обратили внимание, то, что вы написали заявление о переходе к другому сотовому оператору. Скажите, пожалуйста, с чем было это связано? Более выгодный тариф. Я вижу, сейчас вы написали... Скажите, пожалуйста, какие условия вы подобрали у себя у другого сотового оператора? Там безлимит на социальные сети. Цена устраивает. То есть и по минутам. Ну, то есть, допустим, сейчас я вижу у вас непосредственно тарифный план Smart, по которому вам предоставляется непосредственно 400 смс, 400 минут по количеству интернет-трафика на вашем тарифе. Вам предоставляется непосредственно... Так, я вижу, 1 гигабайт у вас включен, да? То есть очень мало. Вы подобрали... За эти деньги, ну, невыгодно. Дороже невыгодно. Я поняла. Там тариф 250 рублей стоит. 250 рублей, безлимитные соцсети, да, по количеству минут. Ну, там не хватает. Мне этих-то я не трачу до конца. Ну, то есть, как на вашем тарифе, я правильно понимаю, 400 минут или больше предложили? 250 рублей. По количеству 450 предложили. А, значит, по количеству интернет-трафика 5, 10, 15 больше предложили? Там 15. Безлимитные 15 предложили. Я вас поняла. Мы вас ценим как нашего постоянного клиента и, соответственно, хотели вам предложить более выгодные условия. Скажите, пожалуйста, какие вы для... Что для вас более важно непосредственно? Минуты общения или же интернет? Что более важно для вас? Минуты. Или и то для вас важно? Ну, и то, конечно. Минуты. Сбалансировано должно быть. Минуты мне не так важны. Я поняла, мы хотели вам сделать предложение. Тарифный план «Мой Смарт». Каждый месяц на этом тарифном плане вам будет предоставляться 600 минут для звонков на всех операторов вашего региона, 600 смс. Сообщение также на ваших операторов домашнего региона, 15 гигабайт. Мы хотели вам предложить по этому тарифу с постоянной ежемесячной скидкой 30% на постоянной основе. И плата по тарифу здесь будет составлять 245 рублей. Скажите, пожалуйста, на таких условиях желаете вы с нами остаться? Ну, мы уже заявление написали на переход. Ну, соответственно, я вижу то, что сейчас у вас дата портации ваша назначена на 29 число. Соответственно, если вы решите остаться с нами, мы сами отзовем ваше заявление другого сотового оператора. Вам для этого ничего не нужно будет делать. Наш тарифный план, который мы сейчас вам предлагаем, он является конструктором. То есть мы сейчас вам предлагаем 600 минут, 600 смс, 15 гигабайт интернета. Да? То есть я сейчас посмотрю непосредственно, он является конструктором. То есть вы можете размер пакетов увеличивать. Здесь есть возможность увеличить пакет минуты до 7, то есть увеличить 750 минут, 750 смс и 20 гигабайт интернета. Скидка будет также сохраняться. То есть если вы увеличите до 20 гигабайт, а минуты оставите себе также, и минус скидка, которую мы вам сейчас предлагаем на постоянной основе 30%, у вас оплата будет по вашему тарифу составить всего 280 рублей. Это что за тариф, как называется? Тарифный план называется «Мой Смарт». Это новая линейка тарифов. Он новый тарифный план. Не, ну, конечно, я рассматривал, но там цена была мне невыгодна, поэтому я... Ну, соответственно, на базовых условиях 600 минут, 600 смс и 15 гигабайт – 350 рублей. Да. Также если 600 минут, 600 смс… А сейчас вы мне 240 предлагаете, 400. Да? Мы сейчас предлагаем за 245, 600 минут, 600 смс, 15 гигабайт интернет. То есть это всегда будет такая цена? Скидка всегда будет для вас сохраняться до тех пор, пока вы сами не решите сменить тарифный план. Если вы измените условия тарифного плана, скидка будет сохраняться. В зависимости от того, что вы выберете, будет меняться цена. Но, к сожалению, я не могу сказать, почему ранее было доступно для вас предложение. Хорошо. Ладно, я это... К сожалению, это
пока не могу разговаривать. Да, мы подумаем. В другое время. Мы подумаем. Ну, мне в другое время, ну, я не знаю, там. Подумаем, в общем. Если тарифный план мой смарт вас чем-то не заинтересовал, у нас есть другое для вас предложение. Есть другое предложение. Мы хотим вам также предложить наш смарт. 1500 минут для звонков на всех операторов домашнего региона МТС России. 1500 смс на операторов домашнего региона. 30 гигабайт интернет-трафика, 70% постоянная скидка, 225 рублей оплата на постоянной основе. Вот мне единственное, может, это интересен будет потом какой-нибудь тариф на МТС, который нужен для меня для поездки по России будет. В принципе, вот только для этого. Ну, из этой линейки вас ничего из тарифов не заинтересовало, я правильно понимаю? Не, ну почему? Интересно, конечно, но почему раньше не предложили? Просто такое дело, то есть я до этого пользовался, то есть я мучился, да, получается, у меня не было трафика нормального, то есть за эти деньги. А там за эти деньги предложение было, как бы я решил перейти. Только сейчас мне поступает выгодное предложение. Ну, у вас плата по тарифу 200 рублей в месяц составляет смарт. Ну, то есть вы который сейчас, бы выбрать, да. Выбрать мой смарт непосредственно тот же, да, 400 минут, 400 смс, и минимум 10 гигабайт интернета, у вас бы оплата стала 300 рублей в месяц. По минутам у вас было бы 400 минут, 400 смс, 10 гигабайт интернета. Ну, а безлимит на социальные сети там есть? На все, да. Именно вам... Еще, да, да, да. Безлимитные сети вам непосредственно интересуют. Ну, конечно, я там постоянно нахожусь. Непосредственно безлимитных социальных сетей на этом тарифном плане нету. Но... Если вы постоянно сидите в социальных сетях, но если посмотреть непосредственно расход вашего трафика, вашего среднего, да, то есть сколько у вас затрачивается непосредственно, я вам сейчас скажу, сколько у вас ежесредний расход составляет вашего трафика. Да как расход моего трафика? Там 1 гигабайт всего, как, естественно, что... Ну, у вас порядка 2 гигабайт идет расход вашего трафика в среднем. Мы сейчас вам предложили 2 варианта тарифа. На одном 15 гигабайт, на другом 30 гигабайт. Нет, так я его не расходовал, потому что расходовать нечего было. Если вы постоянно сидите в социальных сетях, воспользуйтесь нашим предложением по тарифному плану «Наш смарт». Вам будет предоставляться по этому тарифу 30 гигабайт интернет-трафика. То есть вы только что 15 говорили? 30. Ну, это тарифный план мой смарт, а у нас для вас второе предложение по тарифу наш смарт. Это 2 разных тарифа. По одному тарифу мы вам предлагали 600 минут, по другому вам предлагаем 1500 минут. По одному 15 гигабайт, по другому 30 гигабайт. То есть, соответственно, разница по тарифам и разница в скидке. Ну да. То есть, смотрите, наш смарт, вот это 1500 минут, 30 гигабайт, это за сколько будет стоить такой тариф в месяц? Постоянно 70% скидкой 225 рублей. 225 рублей. Это выгоднее, чем вам предложили в вашей компании. Ну да, есть такое. Ну там нету безлимитного интернета, но там 30 гигабайт, да? Я имею в виду безлимитного на социальные сети, то есть там есть 30 гигабайт. Да, 30 гигабайт это очень хороший объем. Я думаю, да, что это большой. Предоставляться. А вам звонки? Не социальные сети. То есть 1500 минут это? На всех операторов вашего региона и МТС России. Угу. А по России сколько стоит звонки? Если вы будете совершать звонок на другого сотового по России, если вы будете, 5 рублей будет стоить минута. Угу. Если вы будете в другой город совершать звонок непосредственно. А как перейти на этот тариф-то? С вашего согласия мы самостоятельно сменим вам тариф, потому что все это делается вручную, добавляется скидка. Скидка для вас будет действовать, опять же, на постоянной основе до того момента, пока вы сами не решите сменить тарифный план. Вы скажите, пожалуйста, на таких условиях вы желаете с нами остаться? Ну, на таких я бы, может, остался. Просто где гарантия, что потом это не изменится? То есть вот эта скидка 70%, вы говорите, что она через месяц, через два не пропадет.
Сергей, все разговоры в нашей компании записываются для повышения качества обслуживания непосредственно. Да, понятно. Я не имею права вам предоставлять недостоверную информацию. Мы вам совершаем звонок с официального номера компании. Я ее представитель. И мы вам действительно говорим о том, что эта скидка будет действовать у вас постоянно на этот тарифный план. Да, но если вы решите изменить тарифный план, естественно, скидка она не будет действовать. Да, пока я понял. У меня есть такой вопрос. Можно вас перебить? Да, конечно, слушаю. То есть мы перешли, да, вот на мотиве, написали заявление, оплатили тариф уже 300 рублей. То есть оплатили. Угу. Поэтому вот в этом-то и нюанс, что мы уже оплатили. Я вас поняла. Непосредственно для того, чтобы вам необходимо обратиться в компанию, в которой вы написали заявление. Я сейчас вижу Екатеринбург-2000, да? Непосредственно мотив. Заявление. Заявлением о том, что вам необходимо вернуть денежные средства за неиспользованные, так как вы не пользовались уже сим-картой, соответственно, вы ее не вставляли в телефон. Нет, не вставлял. Вот, вы приходите с этой сим-картой, с паспортом в компанию и пишете заявление на возврат денежных средств. Угу. Денежные средства вам вернут, так как вы не пользовались, остаетесь в нашей компании. Так. Непосредственно по поводу перехода заявления, мы сами заберем ваше заявление другого сотового оператора, отменим ваш переход к другому. Для этого вам ничего нет необходимости, не нужно ничего делать непосредственно. Угу. Скажите, пожалуйста, еще раз название тарифа вот этого. Тарифный план называется «Наш смарт». «Наш смарт». Да, 1500 смс-сообщений вам будет предоставляться, 1500. Также минут для звонков на всех операторов домашнего региона МТС России. Сообщение только непосредственно до операторов домашнего региона. И по количеству интернет-трафика 30 гигабайт у вас будет предоставляться ежемесячно. Хорошо, хорошо, я понял. То есть это сам переход осуществлять будете вы? Да, мы с вашего согласия составляем заявку на смену тарифа. И указываем о том, что вы остаетесь в нашей компании. Вам для этого ничего не нужно будет делать. Ну, так. Ну, то, что... Так, я ответ могу дать только, наверное, когда я отзову заявление о своем мотиве другого оператора. Зачем вам его отзывать? Мы сами его отзовем. Вам не нужно никуда обращаться. Нет, мне денежные средства надо вернуть свои. Но денежные средства... У вас дата портации назначена 29 число. То есть 27 числа – это последний день, когда мы можем вас непосредственно оставить в нашей компании. Что сейчас вас затрудняет принять решение по поводу остаться в нашей компании? Мы предложили вам хорошие условия, намного лучше, чем предложили вам в компании другой. Так. Вы остаетесь с нами, заявление мы ваше отзываем. По поводу возврата денежных средств вы пойдете, напишите заявление – и вам скажут, так, в какой период вам вернут эти денежные средства. Секунду, дайте подумать. То есть у меня тариф в данный момент до 27 числа. До 27. Это последний день, когда мы можем вас оставить в нашей компании. Ну, нет, 27 числа у меня просто списание по тарифу идет. Сейчас посмотрим. Когда у вас списание по вашему тарифу происходит. Да, мы предлагаем 70% скидку на постоянной основе вам. Плюс у вас услуга в сети подключена, которую вы отдельно оплачиваете, чтобы безлимитные были социальные сети. Соответственно, в этой услуге у вас уже предоставление не нужно будет. У вас будет хороший интернет-трафик, 30 гигабайт ежемесячно. Ладно, можно мне подумать? Я вам перезвоню. Когда вам перезвонить, скажите, пожалуйста? Часов 8 вечера. У вас 27 числа списывается по вашему тарифу. Часов... То есть, соответственно, того, чтобы списание будет происходить 26 на 27 в ночь. Угу. То есть мы вам предлагаем тарифный план «Наш смарт». Со скидкой 70%, 1500 минут, и по количеству интернет-трафика мы вам предлагаем 30 гигабайт.
Оплата у вас будет составлять 225 рублей со скидкой. 225 рублей со скидкой. Нет, мне просто главная гарантия, что этот тариф будет действовать всегда. То есть я буду пользоваться им, пока я его не сменю. Вот. Вы всегда будете пользоваться им. Нет, до тех пор, пока это документально подтвердить? То есть обычно договор составляется, когда вот это симку покупаем, тариф там прописывается. То есть в салоне МТС я это сделать не могу? В салоне связи МТС вам не смогут предложить такие условия, потому что именно мы тот отдел, который занимаемся этим. Я сейчас уточню информацию по поводу договора для вас. Пожалуйста, оставайтесь на линии буквально одну минуту, хорошо? Хорошо, подожду. Да, слушаю вас. Благодарю вас за ожидание. Значит, я уточнила. Непосредственно по поводу договора. Договор оформляется только, когда вы подключаете сим-карту. Угу. Непосредственно по поводу того, какие гарантии. Гарантия первая – это то, что разговор записывается. Вторая гарантия – то, что когда вы заходите в личный кабинет, вы увидите ваш тарифный план, по которому будет указана у вас оплата. Скидка на ней отображается, она называется как онлайн-скидка. Онлайн-скидка непосредственно. Это является гарантией того, что этот тарифный план у вас будет действовать. И когда вы будете оплачивать, вы увидите о том, что на обычных условиях сколько стоит тарифный план и сколько вы оплачиваете за него по факту. А тут этот тариф вообще в Уральском регионе существует или он московский тариф? Существует. На базовых условиях плата по тарифу составляет 750 рублей. Ну, базовая тут что-то 1000 рублей, что ли, он стоит. Не, просто он для московского региона написан в сети, я не знаю, правда, нет. Так вы выберите свой город, он вам покажет, сколько стоит он. Тут город просто не выбран. Все, я понял. 750 рублей на плата по нему составляет на базовых условиях. 750, угу. Мы сейчас его предлагаем 70% скидкой. Понятно, я сейчас ответ не могу дать пока. Мне нужно подумать, потому что, можно сказать, спал. Когда вам перезвонить? Вечером перезвоните, 8:00. Хорошо, мы перезвоним. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Компания МТС. Наталья, мы вам совершаем повторный звонок. Скажите, пожалуйста, удобно сейчас разговаривать? Здравствуйте, да, удобно. Спасибо. Сергей, мы вам ранее делали предложение по тарифному плану «Наш Смарт». Да. Скажите, пожалуйста, какое решение вы приняли по тарифу? Ну вот смотрите, компания «Мотив», в которой я собираюсь перейти, да, вот заявление написал уже, они мне предложили делают такое предложение. То есть там тариф черный у них есть, 250 рублей он стоит этот тариф в месяц. Но я уже внес предоплату 300 рублей. Для того, чтобы мне расторгнуть с ними договор, мне потребуется ждать в течение 45 дней, по-моему, там договор, вот. И к тому же они предложили мне такое, что 125 рублей полгода. То есть акцию скидку 50%. Ну, мы вам хотим предложить на постоянной основе скидку 70%, не на полгода скидку 50%. А вы оплатили услуги связи в компанию, в которую собираетесь перейти, я правильно понимаю? Да, конечно, да. То есть там переход в течение 9 дней происходит, то есть 30 числа переход будет. 300 рублей я уже внес, к сожалению. Вот как последние деньги я уже внес, то есть на МТС у меня сейчас пока нет. Я же не могу ждать 45 дней. Сергей, значит, для того, чтобы мы могли отменить портацию к другому стоператору, если вы решите остаться в нашей компании, достаточно только вашего согласия. Мы сверим данные и сами зовем заявление другого сотового оператора. По поводу того, что вы приобрели у них сим-карту и оплатили услуги связи, вам необходимо будет обратиться в эту компанию, написать заявление о возврате неиспользованных денежных средств, так как вы не пользовались ей. И они обязаны вам будут вернуть эти денежные средства. В течение какого срока они обязаны вернуть? Я сейчас уточню информацию, в течение какого времени они возвращают вам. Буквально одну минуту. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Хорошо? Хорошо.
комментариев за ожидание, уточнила информацию для вас, Сергей. Значит, непосредственно у каждого оператора все происходит по-разному. Вам необходимо обратиться именно туда, и они скажут, в течение которого времени они вам вернут эти денежные средства, неиспользованные. Ну вот, я говорю, что эти деньги внес, как бы, и получается сейчас, чтобы мне пользоваться услугами, даже если оставаться на МТС, то, как бы, я деньги уже оплатил за мотив. Вот, и потому что, как бы, не смогу пользоваться никаким тарифом, если я сейчас вот откажусь от мотива, буду деньги ждать свои. И на МТС не смогу тоже деньги положить уже. Нет. То есть как-то вы так желаете остаться в нашей компании, но у вас сейчас затруднительное финансовое положение. Вас правильно понимаю? Да, у меня затруднительное финансовое положение. А я вижу то, что у вас оплата по вашему тарифному плану с марта 17 числа. То есть если вам будет удобно, мы можем непосредственно заявку отменить и назначить вам переход на 15 число, на 15 февраля. К 15 числу у вас будет возможность пополнить баланс? Так, смотрите, а 17-го, 27-го, по-моему, у меня. 27-го. Сейчас я посмотрю, у вас, что у вас происходит именно. Списание абонентской платы. Да, по списаниям. Когда у вас будет происходить списание. Значит, у вас, во-первых, списывается за услугу в сети, каждый день у вас списывается. Это первое, что я вижу сейчас. Я отключил эту услугу. 19-20 числа я вижу, у вас происходили списания за услугу в сети. Ну да, я отключил ее. Это 4 рубля она стоила, да. Потому что мне нужно был трафик, но у меня не было, поэтому я социальными сетями постоянно пользуюсь, поэтому подключал некоторое время, потом отключил, так как у меня средств на балансе не осталось. Так, значит, 27 числа у вас списывается абонентская плата по вашему тарифному плану Smart. Да. 27. И заявка у вас назначена именно дата, когда мы можем непосредственно вас оставить в своей компании, тоже 27 число. То есть у вас сейчас на самом деле мы вам можем предложить обещанный платеж непосредственно предоставить, но срок его действия составляет 3 дня. Или же, так как мы вам предлагали наш смарт со скидкой там 225 рублей оплата, да, то есть мы вам можем предложить подключить услугу на полном доверии. Она вам предоставит лимит от нашей компании. В первый месяц вам будет доступен лимит в размере 300 рублей. То есть счет этого лимита у вас денежные средства спишутся, и до 24 числа следующего месяца вам необходимо их будет внести. То есть есть такой вариант. Угу. Для того, чтобы непосредственно мы могли вас сохранить как нашего постоянного клиента и уже на таких условиях. Нет, наверное, я, пожалуй, откажусь, потому что как бы заявление написано уже, все, уже как бы буду пользоваться. Ну, у меня получается еще что-то много знакомых, как бы на мотиве сидит, мне как бы с ними удобно общаться. Я поняла, но если вас что-то не устроит в компании, мотив, который вы сейчас собираетесь перейти, вы сможете вернуться в компанию МТС только как новый клиент через 60 дней. И мы не сможем вам таких условий предложить. Ну, это понятно. На самом деле, вы не спешите от перехода к другому сотовому оператору, перейти на другого сотового оператора, написать заявление. У вас всегда будет возможность. Останьтесь с нами на индивидуальных условиях. То есть, смотрите, вы сейчас отзываете автоматически заявление. Заявление, да, автоматически. Но чтобы мне вернуть деньги, это мне уже с ними надо там решать это заявление писать. Вот. А здесь вы предлагаете мне подключить на полном доверии 300 рублей услуга, да, это? Она бесплатная? Да, да. Беспроцентная? Она бесплатная, плата за себя она никакую не несет. Она вам в первый месяц будет предоставить лимит в размере 300 рублей, на который вы можете рассчитывать. Это кредитное средство. В дальнейшем, в зависимости от того, как вы будете пользоваться этим лимитом, он будет перерасчитан в дальнейшем и составит на 20% больше от средних ваших затрат. То есть, соответственно, сейчас, если у вас затруднительное финансовое положение, мы вам можем с вами договориться сейчас на подключение этой услуги. В счет этой услуги у вас произойдет оплата вашего тарифного плана. Вы до 24 числа следующего месяца будет возможность внести денежные средства, соответственно,
денежные средства у вас спишутся, вы пополните, если в надобности в этой услуге вы больше не будете, ведь вы ее отключите. А тариф на Smart когда вы подключаете? Тарифный план на Smart мы подключим, когда вам будет удобно. У вас списание 27 числа. Мы вам можем 25 числа сменить тарифный план, который действует сейчас у вас, на тарифный план наш Smart. То есть эти деньги будут списаны уже с таких вот заемных средств, вот этих 300 рублей, да? Да, которые предоставит вам компания, да. 225 рублей из 300 будут списаны. Вот, вы пользуетесь тарифом непосредственно. 24 числа следующего месяца, то есть, смотрите, у вас целый месяц для того, чтобы внести эти денежные средства. Также вас СМС оповестит об этом, о том, что вам необходимо будет внести денежные средства. А вот, потом вы пополняете и пользуйтесь тарифом. Продолжайте дальше. При этом номер ваш, самое главное, что номер ваш не блокируется в течение всего этого времени. Понятно. Ну, в общем, мне нужно завтра в салон той сотовой связи сходить, насчет моих денег узнать, и тогда я уже точно решу. Потому что время еще есть сегодня. Алло. Здравствуйте. Вас приветствует компания МТС. Меня зовут Башкиева Наталья, ведущий специалист по работе с клиентами. Несколько минут для разговора можете нам уделить? Обращаемся по вашей заявке. Да, конечно. Большое спасибо. К вам могу обратиться Сергей в процессе разговора. Да. Сергей, нам поступила заявка, что обращались в нашу компанию по вопросам спецусловий. Ранее вам сотрудник наш совершал звонок, предлагал не уходить, а остаться на индивидуальных условиях. Да. С чем связано ваше обращение? Заинтересовали условия или что-то еще? Ну да, потому что договаривались, что будет совершен звонок мне, но я его пропустил по веским причинам, не мог ответить. Поняла вас. Сейчас вы заинтересованы. Хотели бы на таких условиях, да, продолжить обслуживаться? Да, я бы хотел. То есть условия там был тариф наш МТС, или как он называется? Наш Smart. Вам наш был Smart. Предложен тарифный план. Давайте напомню, да, условия. Да. То, что вам озвучивал наш сотрудник. Если вы соглашаетесь, мы готовы остановить процесс перехода. Угу. Итак, вам был предложен тарифный план наш Smart. В него включено 1500 минут в месяц. Этот пакет действует на любые номера домашнего региона Свердловской области и направление МТС России входит. Если в другой регион России будет не занят МТС, дополнительно по межгороду 5 рублей минута оплачивается. Это отдельно. В тарифном плане 1500 СМС включено в месяц. Пакет действует на любые номера домашнего региона Свердловской области. И 30 гигабайт интернет-трафика. Хороший объем. Стандартная стоимость за такой тариф у нас составляет 750 рублей в месяц. Для вас этот тариф будет действовать с постоянным. Постоянная скидка 70% на оплату. То есть вы будете платить 225 рублей. Скидка действует на бессрочной основе. Сколько вы этим тарифным планом пользуетесь, он с этой скидкой действует. Если только меняете тариф когда-то на другой, тогда скидка при смене тарифа отключается. Но мы надеемся, что такие пакеты еще много лет вас будут устраивать. Вот такое предложение для вас было озвучено. Мы готовы это предоставить. Да, я согласен. Вот, и еще был разговор, что доверительный платеж, услуга, как она работает и как ее можно подключить, чтобы активировать этот тариф. Да, еще обсуждали. Да, в диалоге его услуга называется «На полном доверии». С этой услугой при нулевом балансе номер не блокируется. В первый месяц это не блокируется в рамках лимита. В первый месяц лимит предоставляется 300 рублей, то есть до минус 300 рублей не блокируется. А со следующего месяца лимит индивидуально подстраивается под стиль вашего общения, он на 20% больше от ваших расходов на услуги связи. То есть, если, например, подходит дата списания оплаты за тариф, да, и вы по каким-то причинам не успеваете пополнить счет, то вы будете знать, за счет лимита списывается оплата, и вы пользуетесь, а потом уже пополняете ваш счет. Услуга бесплатная, за нее ни процентов, ни комиссии не взимается. Ее можем добавить, чтобы она вас, может быть, когда-то выручала. В рамках лимита сможете пользоваться связью. Да. Да, ее можно добавить. Как ее добавить? Это мы подключим. Если на таких условиях вы согласны у нас остаться, мы все действия готовы вам произвести сегодня, потому что уже у вас, получается, ночью будет списываться оплата 28-го, с 27-го на 28-го да, будет да. списываться за ваш тариф. Поэтому, если вы согласны, да, мы да, готовы согласен. Это сделать. Согласна, да, да, у нас на таких условиях продолжить обслуживаться. Замечательно. Чтобы я могла все действия по номеру произвести, мне нужно сверить полностью ваше фамилию, имя, отчество. Здесь на кого оформлен номер? Назовите, пожалуйста.
Да, все верно. Данные совпадают, этого достаточно. Тогда номер 6755, последние цифры, как был, так и остается в компании МТС. Заявление мы отзываем на переход от компании «Мотив». Тарифный план будет в ближайшие сутки. Устроит, если мы это все сегодня сделаем? Правильно я понимаю? Да, да, устроит, конечно. В ближайшие сутки будет изменен на тарифный план «Наш Смарт» с бессрочной скидкой 70% на оплату. Вам на номер будет поступать СМС. Сначала скидка добавлена, потом тариф изменен. Как придет СМС, что тариф изменен, все, вы увидите новые пакеты активированы, можно будет пользоваться. По скидке один технический момент есть. Для того, чтобы она действовала на бессрочной основе, она подключается в два этапа. То есть сегодня придет СМС, скидка добавлена, тариф изменен. Через сутки придет СМС, скидка удалена, но вы не волнуйтесь, мы об этом знаем, сами следим за номерами, скидку повторно добавляем. Угу. Вам для этого никаких действий не нужно предпринимать, это информирую, чтобы не пугались вы. И у вас сейчас по номеру есть скидка, которая на полгода, да, добавлена была, мы эту скидку отключим, а добавим вот эту на 70% на бессрочной основе. Понятно? Да, понятно. Какие-то еще у вас вопросы остались? Нет, спасибо, вопросов нет больше. Да. И услугу на полном доверии мы вам по номеру добавим, чтобы при нуле номер не блокировался. Сейчас да, у вас на балансе ноль, нет денежных средств. Мы тогда услугу на полном доверии добавим, да, и за счет лимита спишется оплата. Правильно я поняла? Да, да. 225 рублей ежемесячная оплата, она спишется в момент перехода, СМС придет проинформировать вас. Как только придет СМС, что смена произведена, все, вы увидите новый пакет активированный, можно будет пользоваться. Понятно? Да. Спасибо вам тогда за продолжение обслуживания в нашей компании. Если вдруг в будущем какие-то вопросы у вас будут возникать, номер у нас единый, контактного центра можно обращаться, или можно использовать онлайн-портал на нашем сайте. Мы всегда постараемся любой ваш вопрос быстро и оперативно решить. Я подвожу итог нашему диалогу. Ваш номер 6755 остается в компании МТС. Тарифный план «Наш Смарт» со скидкой 70% в ближайшие сутки будет предоставлен. Заявление мы отзываем на переход от мотива и еще добавим услугу на полном доверии, чтобы при нуле номер не блокировался в рамках лимита, лимит вам будет предоставлен. Спасибо вам, хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо, до свидания. До свидания.